Хей, о, гайс, вами шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Секира. Окей, мы, короче, будем сейчас пытаться убить отца. Для этого. Так, я все-таки уберу, наверное, эту херь. Я не знаю. Ну, блин, поджог тоже как бы прикольный, но я думаю, сейчас. Хотя. Ладно, так уж и быть. И мы там поджог. Ой. Запорол. Запорол. Бил. Ай-яй-яй-яй. А здесь мне не хватило стамины. Сильно, сильно. Да. Весело. Окей, ну он меня сбивает стамину сильно. Вот почему типа. Да. Я не могу его добить, черт. А давайте попытаемся с помощью этих таблеточек. Только для этого мне что нужно? После смерти. Блин, а если я возьму, который типа. Рыжулик, ты куда? Ой, блядь, открывай туда дверь, как меня вы бесите. Вот бесят, коты заходят в комнату, блядь, чтобы потом с ней уйти и открыть мне дверь. Так, хорошо, тогда. Папа-пам. Пока временно повышает урон. Ага, снижает урон ваш офис. Ого, я попробую. Попробую. Так, я немного сейчас не понял моменты, когда меня как-то ударили сильно. Очень сильно. А что если я несколько бафов накину на себя? Сейчас поймете, о чем я. Сейчас. Так, прибегу. Так. Так. Поджог. Вот так сначала сделаю. Раз. И вот так. Хоп. Yeah.
Хорошо. Вау, 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 вау. Он меня просто отпинал. Не достал. Ну я не могу на него прыгнуть. Вау, тихо. Готово. Тихо. Так. Ну! Ой, неужели? Ни хрена себе! А? Я понял, хорошо. Ух ты ж, ё-моё. А ну, знаете, то, что я ему уже одну фазу сбил, это уже что-то дозначит. Ну, блин, а почему он такой бронированный был в конце? У него уже стамины нету, ну, не поглощается. Пипец. Ну, вторая фаза хорошо, хорошо. То есть он когда превращается в эту херовину. Так, ладно, сразу, чтобы мне не мешало. Будем так убивать. Не, можно, типа, знаете, только на один раз, типа, ее заюзать. Эмблемы духа 4 штуки тратит. Временно сильно повышает силу атаки за счет запаса своей жизни. А, ну давайте. А, за счет жизненной энергии. Не-не-не, тихо. Не-не-не-не-не. И он там еще плюс тюркена начинает кидать.
Ой. А где? Что-то я этого не заметил, окей. Ой, я тебя потерял просто, сорян. Да, круто. Валил. Ну, блин, не понимаю. Когда мне стоит атаковать, а когда нет. Видите, он как бы... И да, и нет. Он и да, и нет. А теперь мне сложно. Там я... Окей. Блин, нужно было все-таки дрожжи юзать и этот... Траву воскрешения. Ладно. Ну, уже поздно. Уже поздно. Но мне нужно его убить, чтобы просто для хорошей концовки. Честно, для хорошей концовки. Под правую руку. Ух, тихо, тихо, тихо. Так, тихо. А?
меня Феликс перед ебалом летает. Ой, блядь, я забыл, он что-то превращается в эту. Совушку. Блин, я просто уже к нему боюсь подходить. Так, сразу ставлю на этот. Сколько у меня их? А где они, блядь, хотя бы? А у меня только одна. Хормата, спала хормата, когда враг временно позволяет восстанавливать концентрацию даже во время атаки получения урона. Рис, не то, не то. Божественная статуэтка восстанавливает так всю ладонь, поменяя все восстановление энергии в воскрешении. Так, заполняя статуэтку, заражает там. Фигурка так бы светло-розовой ткани, все еще ладони, помалые, вы по восстановлению единицу воскрешения. Пиздец. Красный накладывается, это красная устойчивость к определенным атак. Так, ну делать невозможно воскрешение. Ладно. Будем драться атак. Ладно. Нормально.
Ну, блин, видите, тут в чем херня. То есть, там я даже воскрешалку не потратил на первой фазе. Ну, блин, здесь то, что он начинает исчезать, и дополнительные атаки приходят. Поэтому жопа начинается рваться с этой минуты. Посмотрим, сколько мне нужно будет попыток. Пипец, я теперь и в первую фазу не могу его уничтожить. Я теперь и первую фазу не могу воронами. Информейшн.
Ой, сука. Так, тихо. Так. Оп, тихо. Так. Короче, когда филин в лицо прилетает, значит, он будет атаковать. Кружки именно. Опа. Так, стамина, тихо. Тихо, здесь нужно бежать. Так, бац. Хорошо. Ой, тихо. Так, готово. Нужно, короче, давать ему шанс пустить в свою... сову свою пустить. Потому что... после нее он этот... керри делает. Тихо. Бац. На. Бац! Прощай. Я побежден собственным сыном. Не так это и плохо. Вау, блядь. Ну, у нас выходит, как всегда обычно, сразу... Так, воспоминания. Приемный отец. В этом так. Память о битве с редким. Угу. В этом старом воспоминании волк сразился со своим... так, приемным отцом, когда тот еще был в расцвете сил. Ароматный цветок. Цвет вечного цвета распускается в старых воспоминаниях. Такеру взял с собой ветвь вечного цвета из божественного царства и привел ее, так, привел ее, чтобы она росла и дальше. А те, кто хотят совершить ритуал очищения, должны поднять слезы дракона, эти цветы божественного наследника, и тем самым разбудив узы бессмертия. Разрубив. Изи, ребята, изи.
Это как обычно, знаете, типа, давайте я остановлю запись, это то же самое, когда мы, помните, After Dead проходили, когда говорю, типа, с финальным боссом, посмотрим, сколько мне будет этих попыток. И что у нас было так? Филин из прихоти подобрал голодного щенка и воспитал его как синоби. Со временем он даже стал надеяться однажды сойти с ним в смертельном поединке. Желание Филина исполнилось. Пусть и в виде воспоминания. Окей. Переместиться. Подождите, куда? А, где у нас вот это? Подожди. Сейчас быстренько сбегаю, посмотрю, если оно не сработает. Тогда и хз. Я хочу же ведь хорошенькую концовочку, ведь так? А у нас ветвь есть. И это значит что? Правильно, это значит все зашибись. Мы убили Филина. Но так как я, вы знаете, обычно как себя проспойлерил моментик, да, то у нас там будет жопа дальше. Ну, жопа, это имеется в виду финальный босс. Посмотреть. Так. Отправиться в к дворцу. Нет, мне нужно отправиться к дворцу. А, давайте, я думаю, тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.